Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Defender 2013 года выпуска. Двигатель 2.2 турбодизель, механика полный привод. Пробег на автомобиле 86 тысяч километров. Заменю на нем топливный фильтр. Топливный фильтр находится с правой стороны на раме за колесом. Поднимаю автомобиль, снимаю правое заднее колесо. Поднял автомобиль, снял заднее правое колесо. Вот здесь на раме находится топливный фильтр. Откручиваем две гайки защитного кожуха. Здесь болт сквозной. И также с этой стороны. Здесь тоже болт сквозной. Вот он, топливный фильтр. Здесь стоит уже обогреватель. На этом кузове он не устанавливался, как доп. Оборудование его самостоятельно поставили. Ослабляют эти два хомута. Нагревательный элемент отвел в сторону. Теперь берем, поворачиваем против часовой стрелки. Снизу я подставил тазик. И снимаем его вниз. Вот и все. Берем новый фильтр, оригинальный WJL5040. Вот фильтр. Берем его и находим паз. Все. Фильтр установлен. Дренажный клапан закручен. Немножко протираю обогреватель и одеваю его на место. И закручиваем хомут. Для северного исполнения очень нужная фенечка.
Ну а теперь одеваю кожух. Вставляю на место болт. Здесь снизу центрующая направляющая и сбоку сверху центрующая направляющая. Да, их одеваем и закручиваем. Все, теперь опускаем автомобиль и идем под капот. Вот если посмотреть через зеркало, видно, находится золотник. Сейчас включаем зажигание. О, ветер на улице сорвался. Наматываю здесь тряпочку, чтобы удержать. И стравливаю воздух. Для этого вообще нужен переходник. Все, вроде бы убрал. Запускаю двигатель. Все, все работает стабильно, ровно. Воздух в систему ушел. На этом замену топливного фильтра я закончил. Всего вам доброго.